Хоба! Привет, с вами доктор Влад. И у нас плюс 2, но ветер сильнейший просто. А вчера еще дождик был с вечера. Ну, в общем, какая-то такая погода. Ладно, комментарии. Максим пишет: здравствуйте, доктор. Живу за городом в Николаеве. Бомбят жутко нас. По 5 раз в день в подвал бегаем. В подвал. Ох, ё. Так, что у нас тут еще? Ну, да, ребят, вот Катя какая-то передает, правда это или неправда. Ну, вы знаете, я читаю то, что есть. Так, оперативное командование «Север» опубликовало указ для командующих войсками РФ от замминистра обороны. В нем от командиров подразделений требуют забрать у военных, ну, забирать, наверное, у военных документы, подтверждающий личность, и обеспечить скрытый вывоз тел убитых солдат в братскую могилу, в частности в Беларусь, с присвоением номера. Если вывести тела невозможно, то командование просит уничтожать их на месте. Вот так, ребята. Так, что еще? Мастеркард и виза приостанавливают деятельность в России. Все. До свидос. Так, ладно, что еще? Минсельхоз заявил, что хлеба в России достаточно. Дефицит в 2022 году не прогнозируется. Вообще кошмар, да? Уже заявляют на уровне министерства, что хлеба будет достаточно. Ну, во-первых, они все время врут, ну, а во-вторых, это как-то стыдно даже уже об этом заявлять. Ну, хорошо, ладно. ВОЗ доставил на Украину более 36 тонн гуманитарной помощи. Ну, это хорошо. Так, что еще? Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили до 14 марта рейсы на юг России. А на чем они летают, интересно, а? Вообще-то. Минтранс опубликовал предложение по поддержке авиакомпании. Предложение по поддержке, и что? А, вот смотрите, интересно. Масштабной мерой поддержки станет допуск к ремонту самолетов и замене их комплектующих сторонними компаниями, если они будут соответствовать требованиям для компаний, занимающихся техобслуживанием. А, ну теперь будут таджики ремонтировать самолеты. Я даже как-то себе представляю, вот толпой туда. У-у-у, давай вот здесь. Давай, что у тебя тут? Вот эта железяка, давай ее сейчас засунем туда. А кто полетит, да фиг бы с ними, смертнички. «АвтоТАСС» останавливает производство с 5 марта. Так, прекращают работу заводы в Тольятти и Ижевске. Также сейчас уже стоят московский завод «Рено» и питерский завод «Хюндай». Ну, все, ребята, хочу. Так, кризис поставок компонентов. Так, это что такое? Корпоратив на 8 марта. Это на живом журнале обсуждают, какие будут корпоративы. Ребят, давно-давно, я вот когда в армии служил, да, ну, там с жильем трудно, я снимал у одного мужика. Вот, и у него на чердаке, ну, просто я любопытный, ковырялся везде. На чердаке нашел подшивку журналов «Работница» и «Крестьянка», два разных журнала, в общем, за 41 год. И вот уже я смотрю там, не то что там это июнь, да, и даже июль, август, сентябрь, и все что-то какая-то болтовня, значит, собираем урожай, ну и так далее, какие-то советы. Вот, война уже вовсю, понимаете? И вот они еще вот как-то по-старому жили, понимаете? Эти тоже пытаются по-старому жить, да, корпоративы. Так, иммунолог допустил новый всплеск заболеваемости коронавирусом. А вы уже забыли, да? Угу. Так,
Это что у нас Твиттер? Огромная колонна российских оккупантов разбита сегодня под Харьковом. А здесь это ролик, видео. Валяющиеся щиты и шлемы ОМОНа, который ехал денационализировать Украину. Да, ой-ой. Мужик там пинает. На Рублевке обнаружено тело генерал-майора ГРУ, экс-гендиректора ВО «Оборонэкспорт» Сергея Карауглянова. Официально причины смерти не оглашены. Ничего. Так, слоган, придуманный в Херсоне. Невозможно прийти освобождать тех, кто и так свободен. Это Пиантковский. Пу достал всех своим ядерным шантажом за 15 лет. Одним из условий капитуляции РФ перед Украиной станет ее полное ядерное разоружение. Безопасность и территориальная целостность безъядерной РФ будет гарантирована пекинским меморандумом. Пекинским, прикиньте, да? Я знаю, пекинская утка есть. Ну, хорошо, так. А теперь минутка шизофрении. Сегодня Путин подписал указ, согласно которому правительство в течение 48 часов должно будет составить список стран, которые совершают в отношении России недружественные действия. Как вы понимаете, таких стран около сотни. Но интересно другое. Так, и вот, ребят, смотрите, что. Согласно этому указу, российские компании будут вправе выплачивать долги. Я вам уже говорил вчера насчет долгов. Выплачивать долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия, в рублях. Прикиньте, забирали в долларах, да, а выплачивать будут в рублях. Бомбили целый день, бросая бомбы куда попало. Ну вот я вам вначале говорил, ну это вот уже Твиттер. Так, сирена звучит и сейчас. Харьков лишился нескольких домов из спорткомплекса университета. Паники нет, есть злость. Песков, двоеточие. Запрет в мире на российскую нефть изрядно перекосит энергетические рынки. Запрет в мире на российскую нефть перекосит ваше рыло. Так, пропаганда, двоеточие. Путинская армия громит НАТО, форсирует Ла-Манш, захватывает Лондон, пересекает Атлантику, и Путин ужинает в Белом доме. Реальность. Твою армию отлавливают по лесам черниговские крестьяне. Еще последняя новость. Пленных такое количество, что держать их по деревням и селам становится невозможным. Военное командование Украины приняло решение о постройке огромного лагеря для российских военнопленных. Ничего себе. 10 дней вторжения России в Украину. В бой брошена элита российских войск, контрактники. Колонны сожженной техники на дорогах. Украинские крестьяне воруют у них транспорт. Представляю, как будут воевать срочники. Ну, тут, конечно, не воруют транспорт. Тут на букву ПИЗ. Но я как-то уже не матерюсь, уже привык, что я не матерюсь. А вот интересно. Так, житель РФ. Докладаю, совершил опустошительный набег на банкоматы ВТБ и Сбера. Снял и там по 50 тысяч рублей. Что интересно, обе суммы получил хрустящими новыми банкнотами с номерами подряд. ЦБ, Центробанк, включил печатный станок на полную мощность. Да. А вот тут еще. Так, а у нас в Кургане, это комментарий. В Кургане сахар и соль скупают. Возле банкоматов никакой движухи. Денег нет у людей. Зато все за Путина. Есть такие, которым Путин не очень нравится. Тогда за Лаврова или Шойгу. Лавров очень популярен. Мне старшая дочка писала еще несколько лет назад.
Я, говорит, Путина люблю, а Лаврова и Шойгу просто обожаю. Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу. Видимо, Янукович и правда где-нибудь в подвале в Минске сидит и ждет отмашки Путина. Насколько надо не понимать украинцев, чтобы считать, что они будут рады видеть бежавшего вора Януковича. Самая великая армия в мире могла бы превратить Америку в радиоактивный пепел, но не имеет времени, потому что получает пиндюлей в очередном селе где-то на Сумщине. Что-то мне подсказывает, что на днях будет заявлено, что всех победили и операция окончена. Все идет к этому. Интересный комментарий. Санкции все равно не снимут. Только полная безоговорочная капитуляция с вырыванием ядерного зуба у России, подписанием Будапештского меморандума 2. Ну вот тут говорили пекинского. Ну ладно, посмотрим. Все идет к тому, что будущим комендантом Москвы и Московской области будет Аркадий Бабченко. Ага, это старшина запаса, да, Бабченко. Ну, помните Бабченку. Так, что еще у меня? Путин подписал указ, по которому долг России странам, которые ввели санкции, будет выплачиваться в рублях. Понимаете? Президент России на весь мир публично признал, что валюта России – это наказание. Пока Путин правит Россией, российские граждане будут изгоями. Этой бессмысленной войной Путин разрушил их жизни. Инфляция и обесцененный рубль стали новой нормой. Никаких больше отпусков в Турции, никакого Диснейленда. Для богатых больше нет домов в Лондоне или Нью-Йорке. Да с ними-то как бы наплевать, с этими богатыми-то. Так, путинская защита русского языка привела к тому, что весь мир слушает Зеленского на украинском. О-о-о-о. Во, так. Австрийская нефтегазовая компания отказалась от инвестиций в Россию. Ну, что-то они там инвестировали. Угу. Так, ладно, что тут у меня еще? Новое покрытие солнечных батарей, это просто новости. Новое покрытие солнечных батарей извлекают воду из воздуха пустыни, да. А если туда Рогозину положить, то она из него жир извлечет. Так, самолет уральских пельменей, самолет уральских авиалиний задержан в Египте из-за заявки лизингодателя. А, ну да, они же в лизинге. Вот, и не платят. Так, и вообще пошли вы. Так, задержали все, закрыли воздушное пространство. Не надо же. Вам уральские пельмени. Так, Польша может поставить Украине МиГ-29 и Су-25 в обмен на F-16 от США. А интересно, поляки, да, просят у США, давайте вы нам F-16, а мы Украине вот МиГ-29 и Су-25. Издание не уточняет, о каком именно количестве боевых машин может идти речь. Интересно. Так, разработано позволяющее не заниматься спортом средство от ожирения. Это в Техасе, ребята, в Техасском университете. Интересно. В ходе работы ученые давали лабораторным мышам в течение 7 дней этот фермент. При этом диета подопытных включала в себя большое количество жиров и сахаров. Так, и у животных не наблюдалось никаких изменений в массе тела. Прикиньте, да? Можно жрать все подряд и вот эти таблеточки принимать, и все. Ну, вообще, это странно. Если это правда, это вообще революция, конечно. Ну, хорошо. Дайте таблеточку-то прям с экрана. Раз, посыпалось доктору. Так, мужчин предупредили. Это последние, ребята, да. После этого можно стреляться. Мужчин предупредили о проблемах с потенцией
из-за коронавируса. Так, результаты показали, что простата, сосудистая сеть яичек, пенис и сами тестикулы могут быть заражены вирусом. Все, ребята. Так, боль в яичках, проблемы с эрекцией, снижение количества и качества сперматозоидов напрямую связаны с последствиями перенесенного коронавируса. Ничего, ребята, а сколько скоро вообще людей не останется, да? Доктор, держись. Я еще ничего так. Пока, ребята. Еще встретимся сегодня.